Юнармия воспитывает в детях и подростках любовь и уважение к своему отечеству. Здесь ребята проникаются патриотическим духом и развивают в себе лучшие качества – совестливость, доброту, сочувствие и верность. Большое внимание уделяют и истории нашей Родины. Юнармия, как я говорю, это не кружок и не сообщество детей по интересам. Это образ жизни молодого человека или девушки, у которых в сердце любовь к родине, к своему городу, к своей семье, к своей школе, к нашим традиционным русским ценностям. Юнармейцы развиваются в различных сферах жизни. Здесь и военная подготовка, и памятные акции. Ребята пробуют себя и в творчестве, и в интеллектуальной деятельности. Каждый ребенок может выбрать что-то свое, а главное – стать частью большого сообщества и найти новых друзей. Я занимаюсь разными мероприятиями. Нам делают разные интересные мероприятия. Я выступала, рассказывала стихи. Сейчас я буду ведущим рассказывать. Юнармия сближает детей. Она делает их счастливее, счастливее в сплочении, счастливее в духе. Сейчас в детском оздоровительном лагере «Ласпи» проходит вторая смена, в рамках которой началась дополнительная образовательная программа «Школа будущих командиров». Ребят обучают огневой, медицинской, морской и строевой подготовке, ориентированию на местности. Также они прошли школу выживания в горах и лесах. Программа реализуется при поддержке Черноморского флота и Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова. На учебных точках, которые разворачиваются специально, опытные инструкторы и педагоги, а также привлекаются наиболее подготовленные подростки, которые прошли обучение и имеют соответствующий опыт для обучения детей, находящихся на отдыхе в лагере. В день военно-морского флота России 28 участников этой программы приняли присягу и пополнили ряды юнармейцев. Они торжественно произнесли клятву и получили свои знаки отличия с символикой военно-патриотического движения. День военно-морского флота – один из главных праздников для города-героя Севастополя. Моряки-черноморцы являют образец храбрости, мужества и верности своему отечеству. Однако ими не рождаются, ими становятся. Одно из главных событий в жизни юнармейцев – это присяга. Возможно, в будущем ребята свяжут свою судьбу с морем, и потому для них особенно почетно принимать ее в День флота. После церемонии присяги ребята опустили на воду венок и красные гвоздики в память о моряках, погибших в ходе специальной военной операции. Это надо отмечать, потому что это незабываемый подвиг наших бойцов, которые делали для нас все то, чтобы мы жили в хорошем мире, отмечали, радовались жизни, и чтобы над нашими головами светило яркое солнце. В завершении торжества развернули 14-метровый флаг проекта «Символы государства сквозь века». Марина Шумейко, Дмитрий Лилека, Севинформбюро.